Смешанные аукционы Conligus – это аукционы с участием высококлассной продукции, а для тех, кто не хочет ждать, когда эксклюзивная продукция будет у них в руках, мгновенная ее покупка. Наш смешанный аукцион уникален. Вот почему. На наших аукционах предлагаются только бренды и вояжи А-класса. Участвуя в смешанных торгах Conligus, вы всегда имеете скидки в размере 91% и даже больше. Четвертое. Мы делимся 60% нашего товарооборота с участниками. На смешанных аукционах вы никогда не теряете деньги. Покупая продукт, по которому вы торговались, мы возвращаем вам ваши биды. Вот почему мы особенные. Но это еще не все. Вояж на Мальдивы по цене всего лишь 250 евро или замена гардероба с помощью подарочного ваучера Армани на 50 евро. Звучит? Заманчиво. Объясняем принцип действия. Смешанные торги Conligus предлагают вам возможность принять участие в аукционах и покупать продукцию по стоимости от 0,1 евроцента и до максимум 9% от установленной розничной цены. На аукцион выставляется любой товар, начиная с часов Rolex, одежды от Armani, экзотических турпоездок, круизов и так далее. В торгах вы никогда не теряете деньги, поскольку имеете возможность в любое время мгновенно выкупить товар, на который вы ставите. Все торги начинаются от 0 евро, без резерва цены и увеличиваются на 0,1 евроцента за каждую объявленную цену. Бид. Таймер запускает новый обратный отчет на каждый поставленный бид. На таймере всегда установлена продолжительность каждого аукциона. Рассмотрим пример. Начинается аукцион на компьютер Apple. Лиза поставила один бид, и цена выросла на 0,1 евроцента. Марк поставил свой бид, включился таймер, пошел обратный отсчет, и цена выросла еще на 0,1 евроцента. Третий участник включился в торги, и снова включился таймер обратного отсчета. Внимательно следите за таймером, особенно к концу аукциона, когда уже никто не ставит биды и таймер стремительно движется к обнулению, или затем, когда аукцион дошел до 9% от розничной цены. А в результате Лиза выиграла новенький компьютер Apple всего за 65 евро. Лизе осталось оплатить конечную стоимость, то есть 65 евро, и ждать доставки своего новенького компьютера Apple. Еще один вариант хода аукциона. Предположим, продукт пользуется повышенным спросом на наших торгах. Соответственно, таймер не обнуляется, поскольку все участники продолжают ставить. Однако, когда цена дошла до 9% от розничной цены, аукцион заканчивается и выигрывает тот участник, который поставил последним. Почему цены на смешанных торгах Conligus такие низкие? Благодаря участникам, покупающим коины. Вы можете использовать ваши коины для разнообразия во время торгов, либо для того, чтобы сразу купить продукт. На наших аукционах вы никогда не платите больше розничной цены, поскольку можете купить продукцию, на которую ставите. Например, вы торгуетесь на продукт, розничная стоимость которого 1000 евро. Вы поставили биды в размере 100 евро. Теперь у вас есть возможность купить продукт за стоимость, равную рознице с розничной ценой, в данном случае за 900 евро. Теперь у вас есть все для отличного времяпровождения. Почему бы не стать маркетинг-партнером и не использовать свои биды для того, чтобы позволить другим шоперам участвовать в торгах, получая свою комиссию за это? Смешанные торги Conligus – все так просто!